Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я вам расскажу, как пройти Outlast 2 на харде без читов и без смертей. Для этого после просмотра скучной заставки нам необходимо нажать B и закупиться нужным нам оружием. Итак, нам нужно нажать B15. Тем самым мы быстро закупимся самым мощным пистолетом Desert Eagle. Представляете, вот так вот, да. Нажимаем B6-3. Тем самым гранаты попадают в наш арсенал. Как мы видим, оружие готово к употреблению, и с ним можно стрелять. Но оно нам пока что не нужно, поэтому уберем его. Далее, как вы только подойдете к двери, вам нужно нажать, как вы видите, букву Е, чтобы заложить бомбу. Нам нужно идти за каким-то непонятным мужиком до закрытия дверей, а после чего взорвется бомба, и, как мы видим, оттуда вылился кисель какой-то непонятный, да, из этой двери, с которой мы взорвали, да. Хочу обратить ваше внимание на то, что при нажатии на клавишу G ваш персонаж кинет слеповую гранату, тем самым оглушит ваших врагов и сэкономит вам патроны и нервы. Интересен тот факт, что закупаться оружием можно в любых критических ситуациях, например, когда вы наткнулись на какое-нибудь дерьмище в интернете. Вот, например, я искал какой-нибудь годный контент, и, как мы знаем, зачастую вылазит непонятный спам. Вот справа вы видите, да? Реклама какая-то ссаная, при нажатии на которую мы переходим на непонятный подозрительный источник. Здесь ситуация обстоит гораздо проще. Как мы видим, нам идет подсказка, мол, нажмите клавишу Е для того, чтобы заложить бомбу. После того, как вы ее заложите, вам необходимо закрыть браузер. Но я этого делать не буду, потому что я хочу вам показать, что произойдет с этим каналом. Для этого необходимо просто уйти на безопасное расстояние, например, на какой-нибудь соседний канал вот справа во вкладке, и дождаться взрыва. Отлично, теперь после перезапуска браузера в рекомендациях нет этого канала. А в поиске по названию выдается ошибка, мол, такого канала не существует. Но, к сожалению, это действует только на ваш IP-адрес, то есть остальные пользователи, не взорвавшие бомбу, по-прежнему могут попасться на уловку этих мошенников. Спасибо большое, мои друзья, за просмотр. И не забывайте, что каждый подписчик получает от меня 1 000 000 рублей. Чтобы его получить, вам необходимо всего лишь скинуть мне в ЛС номер своей банковской карточки и пароль к ней, и я перечислю 1 000 000 рублей. А, еще скриншот того, что вы подписались на мой канал. Всем удачи!